Хоба! Всем здорово! С вами, как всегда, ваш дорогой браток, и мы с тобой продолжаем играть «Растения против зомби 2». Всем я желаю приятного просмотра, приятного аппетита. Не забудь поставить свой жирненький царский лайк, а также подписаться на канал, если ты здесь впервые. И, друзья, у нас наконец-то вышло новое растение, можно уже протестировать — электрическая лоза. Так, заходим сюда, друзья, и она у нас вот она где. Давайте заценим ее. Мне очень интересно, что же там они приготовят. Угу. Выжить с колонией Дэйва. Плесень вот эта вот. Так, нам дают кактусы. О как. И вот она. Вот она, друзья. Ух, нифига себе. Это первый уровень. Так стреляет. Ну, да, она часто стреляет, но, как ты видишь, есть все-таки проблемка. То, что урон очень-очень маленький. Да, ребята. Но против куриц, против индеек, это просто офигеть, какая пушка. Я вот сейчас это понимаю. Это реально будет шикарно. Так, а нам, по идее, кактусы лучше бы здесь поставить все эти. Так, побольше, побольше бы. Сюда еще давай поставим. В принципе, вообще легко пройдем. Оп. Хорош, хорошо идем, ребята. На колонию, да, нельзя поставить. Интересно, что будет, если ее вынесут? Может, она как раз тучку создаст? Нет, не создаст. Жалко, жалко, ребят. Так, у нас тут проблема большая, ребят. Смотрите, на горизонте как бы образовывается. Да, тут уже не спасти ряд, блин. Тут уже ЧП Хьюстон. Смотри, как давят. Ну, ладно, ладно. До последнего боролись. Сейчас бньк. Урон маловат. Действительно, друзья. Видишь, он лозу сжирает, шипы уже не сможет сожрать вот этот зомбак. Две газа на косилке потеряли, ребят. Ну ладно. Отлично сыграли, блин. Ладно, идем с тобой дальше. Нам надо обязательно просто пройти. Сейчас заценим. Так. Во. Попробуем. Ох, нифига ж себе! Куриц тут уже офигеть, ребят, ну. Это
Это имба, это просто дикая имба, посмотри на это. Хорош. Но только что-то я газа на косилке хорошо так теряю. Ой, ребят, вот тихо. Ой, сейчас бы мне пригодилось. Выносите, ребята, пожалуйста, давайте, выносите. Фух. Но если их много так накидать, то нормально. А вот сколько это счастье стоит, ребята, мне кажется, где-то 100 солнышек будет это все стоить. Это радость. Против Гаргантюа, конечно, это прям ужасно. Очень-очень все долго. Но как пулемет аж фигачит. Пш-пш-пш-пш. Еще бы электрический горохострел, но, увы, у меня его нет. И тут, хотя, может, нам дадут его, так сказать, проэкспериментировать, но что-то я чувствую, что такое-то все будет. Ну, ни хрена нам не дадут. Ух, вот такая вот лоза еще, да? Так, ладно. Тут что, сейчас все лозы эти будут? Давай попробуем. Так, это у меня, кстати, есть. Уф. Зря я ее здесь, кстати, поставил. Так, электрическую ставим. Здесь обязательно. Там рыбак, кстати. Ух ты, говнюк. Смотри, что делает. Ай, блин, не сожрет же. Точно, ребят. Так, мне надо, знаешь, как-нибудь... Ну, давай так. Блин, нет, я не хотел его. Блин.
Блин, я даже не увидел Гаргантюана, он же призывался, блин. Ой-ой, плохо все там. Слушай, смяты, это имба. Это имба. Боже, какой у нас хаос тут творится, ребят. Все, разваливаем кабины. Хорош. Все. Неплохо. Не, реально, вот нам бы сейчас показали электрический грохострел вот с этим, еще плюс мята. Блин, пожалуйста. Я хочу... Так, погоди, четвертый. Погнали, ребят. Посмотрим, что дальше приготовили для нас. Офигеть. Тыквы. Их надо защищать. О, май. Так, ну я не знаю, как мы... А, десятый. Ты что, серьезно? Десятый... Изи. Ребят, ну это просто изи. Серьезно. Вообще спокойно, преспокойно пройдем сейчас. Так. Куда бы засунуть это все дело? Тихо. Ты там это не шелусти особо. Так, хорошо идет. Друзья. Ну, тут как-то вот, ну, блин. О, сейчас мы зададим жару. Тихо. Фух. Еле как, ребят, прикиньте. Еле как мы смогли это сделать. Ладно. Так, спокойно, давай сюда. О, отличная штука. Ой, это хорошая штука. Прям сейчас нам вообще нормально повезет. Так, вроде бы пока нормально держимся. Раз держимся, тогда ничего не делаю пока. Или лучше сделать, ребят. Ну, сейчас огромная волна идет. Попробуем это все дело сделать. Давай. Хорош вообще. О! Ах ты, говнюк. Так, есть. Капец, 10-й уровень лозы, но это... Тут понятное дело, что мы спокойно вообще это сделаем. Так, но это еще не все. Еще одна будет волна сейчас. Понимаешь? Жвачка пытается, блин, приклеился. Так, давай-ка вот сюда, наверное, подвижу два горкунца. Тихо, осторожно. Десятый уровень, блин. О, там еще идет. Че он флексит? Три? Че происходит? А че он не... Ребят. А че
Че он там флексит, блин? Вы можете его убить? В смысле? Серьезно? Че, еще не все? Во. Пипец, я потратил 800, блин, на этот баг. Пришлось электричеством добивать. Пипец. Ладно, переходим к следующему. Пожалуйста, ну пусть электрический грохострел. Я прям хочу вот... Очень хочу поиграть. О. Электрокамыш. 150 дал... Да в смысле 150? Вот, ну не стоит он 150. Ну вот не стоит. Ну правда, ну не стоит он столько. Электрочай, ну... 125 стоит, определенно. Так, грибочков бы побольше, друзья. Опа. У нас ЧП Хьюстон. Нам с этим надо что-то делать. Он же сейчас эти могилы, блин, насоздаст. Смотри, ни хрена, он там будет сейчас их много делать. Не очень-то. Прекрасно. Это все. Так, ну ладно. Так, вот, держите электрочай. В атаку. Ой, хорош. Так, все, грибочки у нас есть. Такие нормальные грибочечки. Так, как-то надо того сейчас нам. О, отлично. Осьминога. Блин. Собираем на электрочай быстро. А, его же так. Да, друзья, проблема. Проблема. Так, еще волны сейчас будут, поэтому надо аккуратненько. Хорош. Мяты жалко нету электрической. Так бы вообще, наверное, пипец бы был тут какой-то. Электрочай прошу. Капец, охреначит. Шокотерапия. Ребятки, у вас тут, да? Не, ну в принципе так вообще изи проходить. Ребята. Неплохо. Неплохо, я вам скажу, а? Все, это последний уровень, друзья. Получаем мы с тобой награду. Давай, открываем, получаем. На этом все. Спасибо вам огромное за просмотр. Напишите, как вам эта лоза, это растение. На этом все. Бай-бай, дорогие братишки.